Три дня сплошного праздника. В минувшие выходные второй этаж торгового центра Владимирский в Абакане превратился в творческую площадку. Мастер-классы на любой вкус. Самые юные гости праздника научились создавать цветными карандашами художественные шедевры. По соседству ребята постарше экспериментировали с открытками. Сначала лист этот загнуть и волну вырезать из цветной бумаги. Сложить кораблик, небо вырезать, солнышко. С момента открытия ярмарки прошло меньше часа, но посетителей уже хоть отбавляй. Внимание каждого сразу привлекают торговые прилавки. Все экспонаты исключительно ручной работы. Здесь необычная цветочная оранжерея. 8 марта бумажные букеты с сюрпризом составят достойную конкуренцию традиционным. Это цветы с шоколадными конфетами внутри. Но кто-то конкретно букет, это мусьянки. Ароматизированное мыло, оригинальные брелоки, магниты, игрушки, сувениры на прилавках не залеживаются. В большом объеме продаж заключается суть благотворительной акции. От выручки зависит сумма, которую активисты направят в фонд пострадавшим от весенних пожаров, жителям Хакасии, а также воспитанникам Черногорского детского дома. Будет копилка, от 10% рукодельницы будут жертвовать. Также у нас присутствует благотворительный стол, куда могут все горожане принести вещи от выросших детей или, может, лежащие без дела. Раньше я всегда коллекционировала машинки, большие такие модели там, машин. И решила вот несколько машин именно детям отдать в детский дом. Две только пока что. В следующий раз, может быть, больше будет. Инициаторы акции – предприниматели, представители благотворительного фонда «Мы выбираем жизни» – местные умельцы. Такой совместный благотворительный шаг навстречу погорельцам сделан впервые. Активисты уверены, сообща можно преодолеть любые, даже самые серьезные трудности. Наталья Громашова, Станислав Колчинаев, «Вести, Хакасия».